до Усть-Симы, немножко ее пересекли, и вот решили вот в этом месте, видите, тут уже очаг готовый, не знаю, кто-то его сделал, вот в этом месте решили мы переночевать. Вот Лариса вытаскивает, да, вон, Настя радуется. Снарядили чаек, паяльная лампа, подставочка, видите как, и скоро у нас будет готов чаек. Собрал свой велик, вот так вот, вез его вот на том багажнике, привез, и сейчас я буду штурмовать Семинский перевал, попробую. Ну, время мало, если сегодня не получится, завтра с утра. Вот тут в нашем разбитом лагере остается за старшую наша внучка, будет охранять бабу Ларису. Баба Лариса будет следить за внучкой, чтобы она тут... Чё? Я побегу. Куда? С тобой. 40 км в час? Вот таком вот я в виде. Деда, вот таком. Деда. Все, никаких трико, курток. Деда. Поздний вечер уже. Деда, погнал я. Так, выехал я из лесной чащи. Так. Спидометр не работает, представляете? И погнали. Так, вот здесь пересечение с Чуйским трактом, выезд. Надо подождать, машинки пусть проедут. Все, я на Чуйском тракте. Пока дорога идет вниз, 20 км в час. Знаете, вроде едет вниз, а машина-то, велик-то не разгоняется. То есть оптический обман получается. Ну что, с того места, где я стартанул, проехал уже 8 километров, пока подъема на перевал не видать. Проезжаю деревню Калмак. Кругом вывески, пасека, пчелиный мед. И т.д. и т.п. Ну еще проеду километра два. Вот Калмак. Камлак. Камлак. Закончился. Пару километров проеду. Да буду возвращаться. Потому что в общей сложности уже будет двадцаточка. Вот еду вроде вниз, а скорость падает. Проехал 10 километров. Дорога идет вниз. Но почему-то, когда я еду вниз, у меня скорость падает. Не увеличивается, а падает. Это какой-то нонсенс. Не знаю, что и делать. Время уже поздновато. То есть мне назад уже час возвращаться. Ой, не час, а полчаса. Как минимум. Вот. И еще, если вперед полчаса проеду, это мне не будет 2 часа. Ладно. Наверное, на сегодня я эту затею брошу. Поеду завтра с утра. Просто поздно уже будет. Мои будут волноваться. Почему-то стало колесо переднее бить. То ли я его провез на крыше, то ли не знаю что. Ну, короче, бьет. Поеду я назад. Назад в свой лагерь, девчонкам.
Ну, тут скорость нарастает, ребятки. Придется подруливать. Да назад-то еду, видите? 30-31. Доходило до 52. Градиента совсем другой. Хоть вроде туда ехал тоже, как кажется, вниз. А скорости-то другие. Я вот не кручу, и скорость возрастает. Вот так, смотрите, 41. Да, намного быстрее. Вот там вдоль речушки, видите, кемпинги, или как, палатки разбили. Не знаю, наверное, платное место. Смотрите, 43, не разгоняется. Ну что, я вам скажу, вот я уже до Своротка доехал, на Усть-Сему, Усть-Сема, не знаю, как правильно склоняется. Буду пробовать штурмовать завтра утром. Сегодня просто уже поздно. Побоялся, если честно, что и мои будут волноваться. Подъезжаю к лагерю. Привет, девчонки, мальчишки! Так, вот мы встали утром. Видите, ремонтируем свою паяльную лампу. Андрей попросил топор. Всем привет! Доброе утро! Да, вон там наш костер был. А вот наша паяльная лампа, где будет скоро кипяток. Так. О, привет, моя любимая. Чмоки-чмоки. Папенька, подай мой телефон. Так, замутили мы костерчик. Блин, не костерчик, а вот такой вот реактивный костер у нас. Лариса тут хлопочет. Уже, видите, нам собирается кашку сделать. Класс, Андрей. Да. Андрей побежал на рыбалку. Говорит, хариуса хочу поймать. А Настя у нас. Тин-тин. Где там наша Настя? А Настя спит. Настя! Беспробудным сном. Ну все, выехали мы с своего первого места ночевки, стоянки. Поблагодарили. Спасибо, да. Все нормально было. Мусор. Да, мусор собрали, ничего не побросали. Едем на Семенский перевал. Сейчас я буду осуществлять свою мечту. Вот, природно-культурный объект Семенский перевал. Видите, да? Вот от этой таблички я начну сейчас подъем. На своем велосипеде старт-шоссе. Андрей мне помогает развязывать велосипед. До вершины, по-моему, 9 километров. Так, вот оно колесо. Уже снято, вроде накачка осталась. Все нормально. Так, осталось две вязочки. У меня немножко даже мандраж. И мандраж не из-за того, что я не заеду, а из-за того, что автомобилей много, и как там будет все. Не знаю, я не видел ни разу его. Наливай звук. Я же ведь все подряд не могу делать сразу. Сильно тоже не перетягивай. Пойдет. Ты можешь, Андрей, как делать? Вперед меня заехал, где-то есть площадка останется. Остановился, подождал я дальше. Давай, договорились. Заворачивается колесо против часовой. Ой, это педаль. Под ковриком посмотри. Против часовой давай, крути. На заворот. Ага. Сильно не затягивай. Так,
Нормально. Сколько ньютон? 10. Все. Так. Неприятно. Подожди, давай отсюда закрутим. И зачем отпустил? Сразу не трогай туда, отъеду. Давай, давай. Ну что, ребята? Давай. Как говорится, с Богом. Ну вот, друзья, мы открутили Юрин велосипед и погнал он. Представляете, это была его мечта, он меня все лето сюда звал. Уж дождался даже сына, когда он там в отпуск пойдет, ну, чтобы поехать, потому как я не соглашалась ехать за ним. Что-то как-то медленно крутит. Давай быстрее. Это интересный товарищ, это мой отец. Штурм начался. Больше всего боюсь, что кто-нибудь нечаянно не заметит. Еду на средней звезде, то есть 3 вверх, 3 вниз передачи. Время засеките. Хорошо. Давайте. На Семинский перевал. Давай. Штурмуем. Смотрите, ребят, показался наш велосипедист. Ну что, подъем. Начинаю. Видите, 17. Я думаю, повыше еще будет. Это Шибалинский район. Это М-52. Трасса это даже, да? Видите, как он приближается к нам? Из точки превращается в человека. Полноценного велосипедиста. Сейчас сравняюсь с ним, спрошу, как что у него. Как что? Как сам Вася. Как природа. Да, нравится. Цветочки. Мне кажется, ему не до природы вообще. В горку, все время в горку. Это же охренеть. 9 километров. Но он же мечтал об этом. Погляди. Давай посмотрим. Ты что-то такой лохматый. Одет еще. Встречаем, начинаем встречать. Машем руками. Ничего, он еще ого-го какой. В порядке еще. Да. Физически нормально. Все прибедняется. Я старый, София говорит, я такой старый. Какое у вас самочувствие? Как природа, нравится? Природа. Давай, у тебя все получится. Мы верим в тебя. Нормально, дыши, работай. Хорошо идешь. Вода есть у тебя? Есть. Еще 18 было. 18 сейчас. Сейчас 7. Не говори. Есть. Половину хоть проехал? Есть. Все, убегайте с дороги. Скорость 9 км в час. Вон стела самого перевала. Я это сделал. Блин, снимать и ехать. 7 км в час, это нереально. Че, я сделал это? Да, красавчик. Вниз поедем? Поеду. Сколько время прошло? Вон она стыла, пока там Андрей время смотрит. Я доехал, ребята. 40 минут, отлично. Те, кто ехал на чуйском вот этом бревете, за час и более поднимались. Мы были, конечно, и за 40 минут. И за полчаса. Я думаю, так и есть. Вот так, ребята. Наверное, поеду я вниз. Давай, садись. Давай. Офигеть, за 40 минут. Я это сделал. Вот она, эта стела. А вот наш паровоз. Видите, еду вниз. Ну, смотрите, скорость пошла уже на прибыль.
Сейчас буду переключаться, посмотрим, сколько самое быстро. 20 уже, не кручу педали, видите? 24, 25. Даже иметь такую мечту. Нормальная мечта. Сам захотел. Нет, ну мечта может быть и нормальная. Теперь осуществится, и что у него следующая какая? Один час прошел сначала. Возят к велосипеду. Может, когда-то ты тоже будешь так спускаться от тебя. Буду дочери снимать.